Алло. Алло. Вы живы? Everybody doing okay? Вам что, шоколад нужен? Все хорошо? You're still alive? Вы еще живы? Немножко так, немножко оживились? Okay. Я понял. Yes. Да. Very good. Хорошо. Well, we are almost to the halfway point. Фактически мы почти уже на середине нашего вот, класса, который мы преподаем. So, still a lot of material in this course. Фактически очень много материалов вот в этом обучении. And you can see that this course addresses many issues. Если вы заметили, то этот курс затрагивает очень много вопросов вообще по жизни верующего человека. Because we are complete people. Потому что мы уже совершенны, то есть мы созданы Богом в совершенстве. And everything about us affects everything about our walk with God and our relationship with others. И насколько мы воспринимаем нас самих и то, что происходит в нас, это все-таки влияет на то, как мы служим людям и что мы делаем там в служении, вот, за стенами общины. See, we're not separate people. Мы не, неразделенные люди внутри себя. We're not secular and spiritual. Мы не являемся секулярными или же мирскими и духовными. We're only spiritual. Мы духовные, не так ли? And so everything about us, и все, что касается нас лично, is to be sanctified. Должно быть освящено. Sanctified in body, soul, spirit. Освящение в духе, теле и душе. All that we are belongs to God. Потому что все наше естество принадлежит Богу. And so we don't have separate lives. У нас не может быть двойной жизни. We're always people of God. Мы всегда Его, мы дети Божьи. Wherever we go, wherever we are. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали. And so God wants to do a sanctifying work in our whole being. И поэтому Бог хочет иметь эту работу освящения всего, всей нашей личности. And so I remember one time when we taught this course. Я помню, как однажды мы преподавали этот урок, вот этот курс. All 21 hours of it. Все 21 час. We came to the end of the course. Мы пришли к концу и к завершению этого курса. And one man had a question. И один человек, один мужчина задал вопрос. And he raised his hand and I said, yes, sir. Поднял руку, я говорю, да, пожалуйста, говорите. Now, mind you, this was the end of the course. Вы должны понять, конец курса. And he said, so how do we hear God? И следующий вопрос, он говорит, все-таки, как мы слышим Бога? Я думаю, Боже. О, Боже мой. He'd been through 21 hours and hadn't heard anything. 21 час ему толдычили, как это делать? He wanted a formula. А ему хотелось просто формулу вывести. And I was trying to give him a lifestyle. А я предлагал ему жизненный опыт, то есть как жить вот этой жизнью. And see, we don't want to be people with the formula. Нам не нужно быть людьми, имеющие формулу каким-то вещам. We want to be a people with a changed life. Мы должны быть людьми, которые жизнь изменилась. That is ruled by the Holy Spirit. И жизнь, которая подчинена Духом Святым. We have a spiritual sensitivity to the voice of the Lord. У нас есть духовное чувствование Господу. And wherever we are at any time. И где бы мы ни были в любое время. We're a tool in God's hand. Мы являемся этим инструментом в Божьих руках. Аминь. So our prayer is, Lord, change me. И наша молитва идет так, Господи, меняй меня. Change all of me. Меняй всего меня. I want to be a tool in your hand. Я хочу быть инструментом в твоей руке. And so this unit we're going to look at the title, Stimulus and the Moment of Choice. Это
у нас есть стимул, да, вот возьмите номер три, нет, что там? Часть вторая, третья часть. Поднимите, нет, третью часть. Stimulus. Часть, вот видите, вот вторая, у вас есть третья часть. Moment of choice. Так, нет еще, further вот этот вот, выбор, вот yeah. Нет, еще три-четыре, ниже, вот так. Stimulus and moment of choice, there it is, everybody got stimul, it? Стимул и выбор. All right, and so, when we walk through life, we will encounter all kinds of stimuli. Когда мы идем по жизни, у нас всегда будут стимулы, как okay. Что-то нас будет стимулировать дальше двигаться. A stimulus is anything that affects us. Все, что на нас влияет, стимул говорит, нужно принимать это. An event, какое-то событие, an encounter, встреча какая-то, a word from someone переживание, else, либо слово от кого-то. Even a temptation from the devil. Даже искушение, которое приходит извне. Anything that will cause a response. Все то, на что мы реагируем, is considered a stimulus. Это больше означает как стимул. It's what prompts a response. Это наш ответ на то, на событие. And we can fall into just a very natural habit of always responding. Out of our soul. И чаще всего мы реагируем на наши природные чувствования, которые заложены в нашей душе. And people do that all the time. И люди часто это делают. And people don't think anything's wrong with it. Они даже думают, что нет такого ничего плохого в том, что реагируют таким, как я есть, кто Because я есть. That's how the world is. И они говорят, вот так в мире все происходит, поэтому я реагирую как в таком мире, как я живу. But we are not of the world. И Писание говорит, вы не от мира сего. We've been changed. Мы были измененные. How many of you are a new creation in Christ? Как многие из вас понимают, что вы новое творение в Иешуа Мессии. And we are no longer of this world. Мы не от мира сего. And so we have the opportunity to learn to respond in a different way. И у нас существует возможность отвечать на события немножко другими способами Now, и вообще другой реакцией. How many of you like peace? Кому из вас нравится мир? Вообще, мирное состояние. How many of you like a smooth, easy pathway? Кому нравится, когда дорожка такая ровная, без колдымин, так классно все. Ah. Ну да. How many of you like having all of your ducks in a row? Как многие из вас любят, что все как нужно, по порядочку, как должно быть? Yes. Все меньше людей. Что-то вы не хотите, чтобы все было нормально, да? But how many of you know? Но как многие из вас знают и понимают? That's a false reality. Что это вообще-то ложная реальность? Because peace doesn't come from a lack of bad things happening to us. Мир приходит к нам не от того, что плохие вещи не случаются с нами. Peace comes from within as we learn how to respond. Мир приходит тогда, когда мы умеем отвечать на те события, которые вокруг нас. You can't keep bad things from happening to you. Мы не можем остановить те плохие вещи, которые происходят вокруг нас. You can't keep people from not being abusive towards you. Мы не сможем остановить людей, которые хотят над нами немножко поиздеваться либо что-то нам сделать. I was in Minetsky last year. В прошлом году я был в Хмельницком. We were three of us, four of us in the car. Четверо нас было в машине. Pastor Roman's driving. Пастор Роман ехал за рулем. I'm in the passenger seat. Я сидел рядышком на пассажирском месте. Natasha and daughter in the back seat. А Наташа с дочкой сзади. And we're just driving down. А мы спокойно едем. На велосипеде. Having a good time. Хорошее время. And all of a sudden we come through an intersection. Подближаясь к перекрестку. And I look to my right. Я смотрю на по правую сторону свою.
There's a car coming right at me. Машина прямо в меня летит. And Roman swerves and А Рома сразу выкручивает руль налево, чтобы минувать это столкновение. And we're all going. И у нас такой состояние. Инфаркт. And the other car just barely missed us. И та машина, которая у нас ехала, вот так немножко от нас как бы миновала, остановилась. And so Roman gets out of the car and begins to walk over to the car. Рома вышел из машины и пошел к соседу. Well, I'm thinking. И я думаю, Боже, he might need some help. Ему нужна теперь помощь. And so I start to get out of the car. И я начал выходить из машины. Natasha says, "No, Paul, don't." А Наташа кричит, "Paul, не выходи." And I said, "You never know what's going to happen." А я говорю, ты не понимаешь, ты не знаешь, что может случиться. And so if something's going to happen, I want to help my brother. А если что-то случится, должен брату помочь каким-то образом. But my brother didn't need any help. Ну, брату не нужна была помощь. He took them all out with just one swing. Да, одним ударом он всех положил. No. Нет, нет, конечно, нет. But for many of us, that may have been a natural response. Да, конечно же, для многих из нас это естественно природная ответка на все такие приключения, да? But it wasn't for Roman and those. Но для Ромы это не было таким результатом. It's one of the most loving, caring individuals I know. Но это такой влюбленный человек в людей. But there was nothing we could do to keep that person from running through the intersection and almost hitting. Но фактически мы не могли ничего предпринять относительно того человека, который летел прямо на перекрестке в нашу дверь. Now, if I'm not mistaken, если я помню правильно, either later that day or the next day. В тот же день или на следующий день, чтобы next day, следующий день. Something did happen to his car. Что-то все-таки случилось с его машиной. And I think he knocked out the back window. Да, он просто не посмотрел назад, сдавал заднее и выбил себе окно. So no more car. Это уже не была машина, это было какой-то там кусок дерева торчало или что-то еще. And I learned to travel the Ukrainian way. И я научился, как ездить по украинским дорогам. Пешком. Walk to the church. Вышел в церковь. Walk to the apartment. Вышел из апартамента. Walk to the restaurant. В ресторан пришел. It wasn't that bad. Но это не так было плохо. But we can't do anything about what happens to us. Но мы не можем предостановить или же как-то повлиять на то, что должно с нами произойти. And if we try to live our lives trying to prevent things happening to us. А если мы будем жить жизнью, чтобы ничего с нами не случилось и каким-то образом это все предохранить, we will be frustrated and mad and angry all of our life. Мы постоянно будем в напряге, будем злиться всю нашу жизнь, что мы не можем каким-то образом свою жизнь предохранить. So we can't do anything about what happens to us. Мы ничего не можем, никаким образом не можем повлиять на то, что с нами происходит. But we can do something about how we respond to what happens to us. Но мы можем сделать тем чувством, как мы реагируем на то, что происходит с нами. And so, go back to the graphic. Yeah. Вот это график. So, да. Stimuli, something happens to us. Вот что-то происходит, стимул, да, какое-то происшествие, что-то происходит. Then there is a response. И есть реакция, которую мы вырабатываем. But between the stimulus and the response, между стимулом и реакцией, которая происходит, there's a то, что нас возбуждает, а стимул это то, что нас возбуждает. There's a moment of choice. И в этом есть мгновение, называется выбор. Let me say it again. Еще раз. There's a moment of choice. Мгновение нашего выбора. We have a choice. И у каждого из нас есть выбор. As to how we respond to what happens. Как мы реагируем к тем вещам, которые происходят с нами. And we will act. We will either respond the natural way out of our soul. И фактически одно естественная реакция нашей души, то есть природная реакция, это душевная. Or we will learn how to respond out of our spirit. Или же мы научимся
говорить от нашего духа, вот духовного части. And so what we have to understand and train ourselves in is this fact. Мы должны научить себя одному факту, то есть одной истине. I am responsible for my choices. Я ответственный за свой выбор. Ouch. Ой. Никто другой. Я ответственный за мой выбор. Responsible for my choices. Я ответственный за мои выборы. And see, from the very beginning, от начала, human beings have wanted to deny any personal responsibility. Прямо от начала творения человек пытался отвергнуть свою причастность к выбору, который он сделал. God came walking in the garden in the cool of the evening. В прохладе дня Всевышний прохаживался. He said, Adam, where are you? И в саду и говорит, Адам, где ты? He said, well, I'm hiding. Да, я чуть-чуть здесь спрятался. Why are you hiding, Adam? Что случилось, Адам? Что случилось? I did a no-no. Ой, я так, что как бы не знаю, как сказать. Now we're embarrassed. Каким-то образом мне так стыдно стало. И ко всему я как бы... Мы прикрыли стыдоту свою. Why did you do that? Бог говорит, а зачем ты это сделал? He said, well, that woman that you gave me... Да, ты помнишь ту, которую ты мне дал, жену? Made me do it. Она обговорила мне сделать. Do you know what he's saying? Знаете, что он пытался сказать? That woman that you gave me made me do it. Ту же жену, женщину, которую ты же мне дал, она заставила меня это делать. Who is he blaming? Кого все-таки он пытается обвинить в этом? Бога. He's blaming God. Он начинает. If you hadn't Бога. Given me that woman, если бы не та жена, которую ты мне дал, then she wouldn't have talked me into this. Ее бы не было бы, она меня никто бы мне туда не соблазнил бы. И я бы этого не бы сделал. And so God goes to the woman. А Бог говорит к жене. Says, woman, жена, девушка. What is this that you've done? А что ты сделала? It wasn't me. А вообще-то это не я. It was that snake. That you made. That snake. И вот это, вот та змея, вот подколодная. It's the snake's fault. Это змеиная проблема. So God says to the snake. А Бог обращается к змею. It's your fault. Это точно твоя проблема. And he had no leg to stand on. А у него не было даже на чем стоять, то есть он без ноги был. Ничем, ну как бы оправдаться, не мог стоять перед Богом никак. We needed a little bit of humor in there. Нам немножко нужно юмор в этих делах, да, как бы понять, где кто. And so we are used to shifting blame. Мы привыкли, чтобы перекладывать вину на кого-то другого. It's not my fault. Это не я. I'm not responsible. Я не ответственен за это. Someone else is. Это кто-то за кому-то было вручено. But if we never take responsibility for our actions, we will never be changed. Если мы не научимся брать ответственность за свое поведение, за свои поступки, мы никогда не изменимся, друзья, никогда. God didn't accept their blame shifting. Посмотрите, Бог не принял их. Вот ссылка на друг друга. And he doesn't accept ours. И он никогда не примет наше извинение, либо что мы невиновны. God holds us responsible for Бог our держит responses. Нас ответственными за нашу ответственность, которую мы несем. And our choices. И наш выбор. We live underneath the rationale of determinism. We live underneath the... understand we live in a realm where people believe in determinism. Determinism, я даже не знаю, как это как дарвинизм какой-то. Мы все живем ниже того понятия, где мы видим цели. То есть мы от целей как бы пытаемся укрыться. Some people believe they do not have a choice. Некоторые люди считают, что у них по жизни нет никакого выбора. That life's just determined.
Потому что уже жизнь it уже is what it is. Есть, что есть. You are уже as уже you все are. То, что нужно было быть, оно есть. And никак не можешь изменить эту жизнь. Just deal with it. Поэтому живи как есть. But this is not true. Но это не является истиной. We are not determined. Мы не, как бы сказать, не предназначены, как все должно быть, как должно быть. Our life is not determined. Наша жизнь не описано как бы точно по деталям, что должно происходить. Our life is ordained by God. Но наша жизнь предопределена Богом. We can choose God's plan or reject it. Мы можем принять Божий план, либо его отвергнуть. And so people have ideas that they are who they are and can't change. Люди не могут принять ту идею, что они есть, то и есть, и поменять свое отношение. And therefore are not responsible for their actions. Потому что они не могут это сделать, поэтому говорят, я за это как бы не несу никакой ответственности. We have what we call genetic determinism. Мы называем это наследственным детерминизмом как-то, или там, как сказать еще это слово, найдите в интернете. Ага. А? Преопределён. These words are in your notes and should be translated. Да, вот у вас должны быть эти записи. Ну, где-то найдите это, что там мы написали. Чуть-чуть выше поднимите. Я посмотрю, что там за слово такое. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот тут. Ещё. Okay, should be right. А где-то так. Детерминизм, то же самое. Откуда я знаю это слово? It's the same thing as determinism. I don't know what it's. You don't know what it is. No. Yeah, it's okay. Я не его виню. Я себя же виню, что я не знаю. We will make this work. Мы как бы проработаем это. So there's the idea of genetic determinism. Есть такое понятие, как наследственное предопределение. And genetic determinism believes this. Наследственное предопределение верит вот во что. I am because of who my parents were. Я таким есть, потому что мы такие родители были. My DNA that I've received from my parents. Мое ДНК, которое я получил от моих родителей, have predetermined how I will be. Преопределили быть мне тем, кем я есть. And so I have a temper because my dad had a temper. У меня плохой характер, потому что у моего папы был плохой характер. Big deal. Большая проблема. I'm a womanizer. Привыкли. Because my dad was a womanizer. А мой папа за бабами бегал такие же. Я бегаю. Ну что такое? I'm an alcoholic because my dad was an alcoholic. Мой папа был пьяницей. Теперь что, мне не выпить? I spend all of my husband's money because my mom spent all of my dad's money. Моя мама тратила папины деньги, и ну и я туда же. Did you say that right? Я что, неправильно сказал? Правильно, все, it's right. And yet there are people who actually believe this. Есть люди, которые в это верят. There's nothing wrong with me. Со мной ничего плохого не происходит, то есть я нормальный This is человек. Who I was determined to be. Я предопределен таким быть. And I'm just being who I am. Я есть, что я есть. Принимайте таким, меня любите. Get over it. То есть полюбите такой, как я есть. There is what we call psychological determinism. Я знаю, есть еще такое выражение психологическое предопределение. I am the way I am because of the way people have treated me. И это означает, я таким есть, как то я есть, потому что так меня воспринимают люди. If people treated you the way I've been treated, you'd be like me. И говорили бы, и люди говорят, если бы тебя так вот с тобой обошлись, ты бы точно был как я. You don't know what I've been through. Не знаешь, через что я прошел. And what I've been through has made me like I am. И через то, что я прошел, поэтому я такой и есть, поэтому люби меня такой, как я есть. I am who I am because of the way I've been treated. Я есть, что я есть, потому что от меня таким сделали. And then there's what we call environmental determinism. Societal determinism? Cultural determinism. Yeah, okay. You good? Okay. Есть еще такое выражение, социальный
такой детерминизм, или же это преопределение, социальное преопределение. In other words, the culture that I grew up in formed and fashioned me. Мы говорим, в культуре, в которой я вырос, оно меня создало таким, как я есть. And so I am who I am. Я такой, потому что культура такая. We are actually seeing this kind of logic operating in courts of law today. Мы видим такое вот мышление сегодня присутствует в наших судебных справах, да, или в судебном мире, или дело, как бы вот судебной справе, в делах. We're seeing it on both ends of the financial spectrum. Мы также замечаем вот такое мышление в финансовой структуре или финансовом мире. There was a young man in the Dallas-Fort Worth area who was with a wealthy family. У нас один из примеров, это молодой человек, который родился в богатой семье, он на территории Техаса. He was spoiled. И он его, как сказать, испортили, то есть деньгами. He never had to work for anything. Он никогда не работал. Everything was given to him. Все было дано ему, он родился в золотой клетке. He was never held responsible. Он ни на что не отвечал. One day he got drunk. В один день он взял просто напился. Got in his pickup and ran down a road. Сел свой грузовик или пикап и начал по дорогам гонять. He came upon a group of people that had had car trouble who were standing outside working on their car. Он увидел, что на дороге чуть съехали машина к поломке. Была группа молодых людей, которые пытались починить машину. He ran over them and killed all three of them. Он решил переехать всех их, просто взял и переехал их. It was determined by the judge. И что сказал судья? То, что преопределил его действия. That man was not guilty. That boy was not guilty. Он сделал вывод. Этот молодой человек не виноват в том, что он наехал и раздавил трех людей. Because he had lived a life of affluence and never had to be responsible a day in his life. Потому что его таким сделали, чтобы он не был ответственен ни за что, ни за какие вещи в своей жизни ни разу. Ай-яй. Ай-яй. There was such an outcry and protest by the people. Там столько было протеста от людей. That judge was removed. По этой причине этого судью просто убрали оттуда. And a new trial was set in place. И новое судебное расследование было начато. But it began this idea. Но это начало, подложило эту идею, мысли, что если ты вырос в этом обществе или же в местности, или в социуме, you live by a different set of rules. В котором совсем другие законы и управления. Happens on the other end of the financial spectrum. Тогда ты не виноват в этих вещах. Но эта ситуация происходит в разных концах. A young 12-year-old boy. 12-летний мальчик. Robbed a store. Ограбил магазин. He was brought before the court. Его споймали и привели на суд. He said the boy is not responsible. И судья говорит. Вообще мальчик не должен за это отвечать. Because он не виноват. Was raised in the poverty environment. Потому что он вырос в нищете. And if they were going to eat, they had to steal to get food in order to eat. И он вырос в понятии, чтобы покушать, нужно было украсть, чтобы выжить. He was only taking care of his family. А он заботился о семье, чтобы накормить. Because they were starving and needed food and они had no нуждались, other means. Чтобы не умереть. I am who I am. Они говорят, такой момент. Because of the culture I was raised in. Я то я есть, потому что я вырос в этой культуре, в этом социуме. But see, these things do not understand
the power of Jesus to change lives. Все вот то, что вы сейчас сказали, вот в мире происходит, не понимаю то, что сила Иисуса из Назарета может поменять абсолютно любую жизнь. Because our destiny is not determined by our DNA. Потому что туда, куда мы направляемся, не предопределено нашим ДНК, our psychological environment, наш социальным местным, and the way we've been treated, или тем, как с нами общались, или как нас воспринимали. Jesus makes us a new creation. Иешуа, Иисус делает нас новой тварью. Jesus enables our mind to be renewed. Он способен изменить наше мышление. And we can be different. И мы можем быть абсолютно другими людьми. And we can make right choices. Мы можем сделать праведные или правильные решения. Our body does not have the authority to live our life on its own. Фактически, наше тело не может жить самостоятельно, то есть без чего-то, чего-то влияния сне. We are responsible for our body. Мы с вами ответственны за наше тело. And we will not change until we recognize that we are responsible. Мы не сможем измениться, пока мы не поймем, что мы сами ответственны за наше поведение, за наше тело. I've met some believers who believe that they're stuck in a certain lifestyle. Я встречался с верующими людьми, которые верят, что они застряли в каком-то образе жизни. Because they believe they're under a curse. Потому что они верили, что они под проклятием. Some believe that they have a demon. Некоторые даже верили, что в их жизни демон есть какой-то. And so they say, well, I'm like I am because the devil's cursed me. Они вот так живут или так они себя ведут, потому что говорят, вот бес эти меня проклял, поэтому я больше не могу. I'm just cursed. Я просто проклят. And this is the way I am. Вот такой я есть. And this is the way I'll always be. Я такой был. Or или же I've got a demon and I can't get rid of it. Они говорят, послушай, я беса имею по жизни, и отлепиться от него, оторваться от него не могу. So the reason I do what I do is because the demon that's in me. И знаешь, я делаю то, что я делаю, потому что дьявол меня заставляет это делать. It's foolishness. Абсолютно глупость. It's a lie. Ложь. We are not under a curse. Мы не под проклятием живем. The Bible says a curse without a cause cannot stick. Проклятие, незаслуженное проклятие не сбудется. Jesus set us free from the curse. И Иешуа освободил нас от проклятия. And no demon can stay in a believer who wants to be set free. Ни один демон не может стоять на пути верующего человека, если тот хочет быть свободным. Demons can only stay where they're invited to stay. Демоны могут оставаться там, где они добро пожаловать. You're not under a curse. Вы не под проклятием. You are not demonized. Вы не бесноватые. The devil does not have the ability to force you or make you do anything. Дьявол не может тебя заставить делать то, что ты не хочешь. If I am under a curse, но если ты под проклятием, it's because I've given the curse a reason to stick. Я тогда позволил, или ты позволил, этому проклятию жить и существовать в твоей жизни. I've given an open door to the enemy. Я открыл тогда дверь для такого проклятия. But all I need to do is close the open door. Все, что нужно будет сделать, осознать и закрыть эту дверь. And the curse is broken. И будет проклятие преломлено. And the enemy has to leave. И я скажу, что дьявол или враг должен оставить вас. The enemy attempts to affect us in two different ways. Враг атакует нас двумя путями. One is through what we call intrusion. А первое это просто атаки. Мы говорим это, чтобы атака со стороны. And intrusion are like those little fiery darts. Это такие как стрелы, которые раскаленные like стрелы. Something comes out of nowhere. Эти стрелы
к нам направлены с разных сторон, то есть с абсолютно, мы не, даже не знаем, откуда они могут нас атаковать. Or like a disruption in our life. Например, какая-то ситуация, которую мы не ожидали, она пришла в нашу жизнь. An irritation in our life. А что-то нам мешает, и вот внезапное состояние. Many things that just seem to go wrong. То, что мы не можем проконтролировать, и они наносят нам раны. Car breaks down. Один из моментов, машина поломалась, внезапно. The refrigerator goes out. И вдруг в этот же день, когда машина поломалась, сгорел холодильник. The plumbing breaks. И когда холодильник поломался, пошел в туалет, а он забился. Things where the enemy's just trying to irritate. Это такое состояние, где враг пытается нас разочаровать, разбить нашу веру, сделать нас просто в состоянии, ну как бы такого подавленным. Knocks your book of notes onto the floor and scatters them everywhere. Да, записи как бы скидывает, и оно все валяется здесь тоже. The PDF on your computer just goes away. Или же как вот. Я на компьютере работал, и ноты, записи мои на PDF, раз вдруг они исчезли. Every time I prepare to come and minister to Messianic Jews, каждый раз, когда я готовлюсь приехать служить мессианским евреям, I have to prepare myself for all of these irritations. Я должен быть готов ко всем этим атакам. 3 weeks before I leave. 3 недели до того, как я должен прилететь сюда. Everything you can imagine begins to happen. Я не знаю, можете ли вы себе представить, что могло бы происходить в моей жизни в этот момент. Just one thing after another. Одно за другим. One thing after одно another. За другим. And finally, just devil! И я в конце говорю, go! Дьявол, оставь меня в покое! I rebuke you in Jesus. Я запрещаю тебя во имя Иисуса. But he can come in through invitation. He can? He can, if we give him invitation. А также он может прийти, когда его приглашают туда, к нам. And what would be an invitation? А что может послужить этим приглашением особенным? Any agreement with him. Это соглашаться с тем, что он предлагает. And what might that look like? Что, на что это похоже? Well, let me give an example. Дайте мне вам делать несколько примеров. Are we supposed to bless one another or curse one another? Мы, скажите, должны благословлять друг друга либо проклинать? Bless. Благословлять. Yeah. Правильно. We're to bless and not curse. Мы должны благословлять, но не проклинать, правда? Ну да. Because God blesses. Бог благословляет. The devil curses. А враг проклинает. Yes. Да? Are we supposed to intercede or accuse? Мы должны ходатайствовать за близких или же обвинять. We're supposed to intercede. Ходатайствовать должны. Because the enemy accuses. Потому что враг, он написано, что он обвиняет братьев. So when we choose to curse and not bless, когда мы выбираем проклинать, а не благословлять, when we choose to accuse, thank you, and not intercede. Когда мы выбираем обвинять, а не ходатайствовать, then we've made an agreement with the devil. Тогда мы, если мы выбираем одну сторону, да, негативную, тогда мы соглашаемся с дьяволом с его позицией проклятия и обвинения. And that agreement creates эти договоры, a foothold. Они делают пропасть такую. Do you know what a foothold is? Do you know what a foothold is? No. Foothold. If this was a door, если это вот дверь, my accusation and my cursing could slightly open the door. И мои обвинения либо проклятия, недобрые слова, потихоньку делают щель в этой открытой двери. And when I slightly open the door, и когда потихоньку я открываю, the devil sticks his foot in there. Тогда дьявол вставляет туда свою ножку, копытко такое, да. And I can't close. А я пытаюсь закрыть его, оно не получается. Because he has a foothold. Потому что там копытко стоит. But once he gets a foothold, и то, что по мне, когда там стоит копыто уже здоровое, он начинает коленко подвигать его.
once he gets a foothold, если у него возможность была ставить свою ногу, he's on his way to pushing that door open. Я скажу, он прилагает все усилия, чтобы открыть эту дверь, и это нас рушит. And so that's why the Bible says, "Don't give him a foothold." Поэтому Библия говорит, не дайте ему пяди, да? And the reason he says, "Don't give him a foothold," почему Библия говорит о том, чтобы не давать ему возможность влиять в вашу жизнь? It's because we think a foothold is just this little bitty thing that won't matter. Почему? Потому что мы говорим, та маленькая щель, ну что она может сделать? You're about to open your mouth and say something. Когда вы начинаете открывать свой рот, что-то сказать хотите, and the Holy Spirit says, "Don't say that." А Дух Святой говорит, закрой рот. And you think, it's just that little. Подожди, я только чуть-чуть одну ремарку просто скажу. It's not a major sin. Это же небольшой грех. Просто скажу, что я о нем думаю. I want to say this. Я хочу сказать. It needs to be said. Он должен слышать это. Somebody needs to say it. Вообще-то кто-то вообще должен слышать, что я скажу. I'm going to say it. Все, скажу. And whoa! Gossip, slander. Это сплетни, наговоры, проклятия, обвинения всевозможные. Foothold. Опа, ножка, как бы копытка там раз в дверях. Yeah. And so, how do we deal with that? Как нам вообще с этим разобраться, друзья? Repent. Покаяние. Repent quickly. Быстро, на мгновенно. Don't give the devil a foothold. Не давайте дьяволу возможности разрушить вашу жизнь. Just repent quickly. Сразу кайте. Go. Пожалуйста. I don't agree with you я anymore. Не согласен даже вообще говорить о человеке такое. I cancel that agreement I made with you. Вот то, что как бы имел отношение с этим желанием сказать, я рушу. And because that agreement is canceled, you have no right to be here. Go. А если я ничего не сделал, пожалуйста. Вот тебе порог, и... And he has to go. Он должен уйти. One of the difficult areas of determinism is when someone believes they are a victim. Самое тяжелое, вот, чтобы разобраться в этом понятии предназначения, предназначенности такой какой-то в жизни людей, это когда они... Вот, a victim. Когда они чувствуют, что они... We call it a victim mentality. Жертва. Когда люди чувствуют себя жертвой. Okay. I'm always the victim. Постоянная жертва. The world's against me. Все против меня. Everybody's against me. Все против меня. Nobody likes me. Меня никто не любит, никто не поважает. There's something wrong with me. Что-то со мной происходит. I must be different than everybody else. Я похож на всех, ни на кого другого. Я другой. I'm always misunderstood. Меня всегда не понимают. I'm always mistreated. Меня всегда плохо со мной относятся. I'm always overlooked. Меня вообще не замечают. I'm always being wronged. Мне всегда говорят, что я не прав. People don't understand me. Вообще-то люди вообще не могут понять меня. I'm just a victim. Я постоянная жертва. And that idea of being a victim has a feeling that you are a marked person. Вот это чувство жертвы, как будто ты предназначен на убиение. I can't fit in. Я не могу в этой общине среди людей находиться. Не нахожу себе места. My life is filled with problems because of what everybody else is doing to потому, me. И моя жизнь состоит из этих куч проблем, потому что все в это влазят, они все виноваты в этом. I would be better, but I have problems all the time. Вообще-то я хочу быть, чтобы у меня все изменилось. Я вообще-то хороший человек, но все эти проблемы. And my problems are because of what everybody else is doing to а me. А мои проблемы, потому что каждый из них положил 5 копеек в мою жизнь. If my wife wouldn't keep doing this, I could be a godly husband. Если бы жена моя мне на нервы не действовала, я бы был другим. I was doing fast. Sorry. Did I get it? Yes. Yes, I could be kind of. If my husband, если бы мой муж, didn't always act this way, I could be a godly wife. Не смотрел таким образом, я бы, наверное, была бы богобоязненной женой.
If I had a different father, I would be a different person. Если бы у меня папа был совсем другой, я был бы другой человек. If my boss would just give me a chance, they would see that I can do it. А если бы мой работодатель бы дал бы мне возможность доказать, что я прав, то был бы другим человеком совсем. If people would quit talking about me, other people would like me. Если бы вообще закрыли рот, другие люди не говорили бы мне то, что они говорят, то все бы поняли, что я нормальный человек. And when we have a victim mentality, we are stuck unless everybody else changes. Мы, если чувствуем себя, что мы становимся жертвой, да, вот это мышление, тогда мы начинаем думать, пока все не перестанут думать обо мне, что обо мне думают, я не могу поменяться. See, if someone truly believes they're a victim, но если люди чувствуют, что они жертвой становятся, then there is no answer for them. Поэтому для них ответа на их проблемы нету. But you're not a victim. Но послушайте, nobody мы, как a верующие люди, не являемся жертвой. And we have to break off this мы ideology of a victim mentality. И нам нужно разрушить вот это мышление постоянной жертвы во всех обстоятельствах. And so we need wisdom to come to us through the Holy Spirit. И поэтому нам нужна мудрость, чтобы она приходила через дар Святого Духа к нам. We need to learn how to feast on the word of the Holy Spirit. Нам нужно научиться, как принимать те слова, которые Дух Святой and believe what the Holy Spirit has said. Что Дух Святой говорит о нас, кто мы есть. We live out of the spirit rather than out of the soul. Фактически новый человек в Иисусе, он живет от духовного состояния, не от душевного. And so our entire life, our soul will always try to rule. Во всей нашей жизни всегда будет борьба души, душевная борьба. But the more that we realize we have a choice, но если мы понимаем, что у нас в руках есть выбор, my spirit can rule, что мой дух может давать мне победу и может руководить мною, and we begin to form habits of taking that moment, и тогда мы начинаем формировать эту привычку, чтобы брать этот момент, and making a choice rather than just simply responding. Когда мы делаем выбор, вместо того, чтобы просто реагировать на обстоятельства. When we really enter into a place of self-awareness, когда мы приходим к такому понятию когда ты контролируешь вот это понятие, что происходит, we'll ask ourselves, could I be wrong? Мы тогда начинаем спрашивать себя, could I а может быть, я ошибаюсь? Could I have the wrong perspective? А возможно ли, что я неправильно вижу, или же неправильно даже подумал о человеке? And so we began to see ourselves as God sees us. И тогда мы начинаем смотреть, как Бог смотрит на нас. And then we submit ourselves to Him. И тогда мы начинаем подчинять себя Божьему путеводению. Through prayer and fellowship. Через молитву, через общение, через чтение Писания. And we let God's word speak to us about who we are. И начинаем позволять Духу Божьему через Его Слово говорить о нас. And we begin to declare that over ourselves. И мы тогда живем этим Словом, провозглашая его над собой. Because the choices we make every day will determine the spiritual authority we have in the future. Выбор, который мы делаем, этот выбор уже предполагает тот выбор духовной власти или то избрание, которое будет над нами. How many of you are over 50 years old? Кому из вас больше 50 лет? Only the men are raising their hands. Мужчины все поднимают руки. Какая разница, да? Но женщины не спрашивают, поэтому кто поднимет? Но мы даже не заметили. Мы просто пытаемся культурными быть. Я понял, что значит быть после 50 жить. We don't like change. Знаете, что я понял? Мы не хотим, чтобы что-нибудь менялось. And change is slow. Либо мы хотим, чтобы менялось, но очень-очень... And sometimes we think change is impossible. Тихо. Либо очень не быстро. Мы даже иногда верим, что перемены абсолютно уже не нужны. And we can easily get the I can'ts. Мы очень быстро реагируем, я не могу. I don't think I can do that.
Когда нас спрашивают, нет, не могу. I just don't think I can do that. Я не думаю, что я тоже могу. But I want to put an I can back in your spirit. Но я хочу, чтобы вы услышали, каждый из нас, даже после 50, может что-то сделать. It does not matter. Независимо. How long a habit has been in place. Насколько наша привычка каким-то вещам оставалась в нашем, в нашей жизни. It can be overcome. Любая привычка может быть побеждена и изменена. It can be replaced. Мы можем ее изменить. By simply learning to make choices. Простым выбором нашей жизни. By depending on the Holy Spirit. Зависимо от нашего слышания Духа we Святого. We don't have to stay like we've been. Нам не надо оставаться теми, кем мы были. God has an answer. У Бога есть ответ. God has a way. У Бога есть путь. We can change. Мы можем быть измененными. We can be different. Мы можем быть другими. And we can overcome. И мы можем победить.